Снеговиков в Нижнем Новгороде можно увидеть не только на улицах, но и в библиотеке. Более 500 декоративных снеговиков с комфортом разместилось в трех библиотечных залах, коридорах и даже на полках с книгами. В нашей библиотеке Фадеева проходил парад снеговиков, который проводила администрация Приволжского района. Начиная с 6 декабря к нам стали поступать работы. Работы, выполненные в различной технике, 563 в общем числе работ. Участвовали жители Приволжского района разных возрастов. Самому младшему участнику 2,5 года. Работы, выполненные в различных техниках из различного материала. В этой снежной армии есть снеговики из бумаги, ткани, бисера и стекла. Фигурки делали также из теста, бисквита, конфет и семечек. Данная работа выполнена из макаронных изделий. Вы видите здесь макароны, перья, бантики. Сам снеговик выполнен из ракушечек. Вот это необычная работа, мы считаем. Называется она «Снеговик с макаронной фабрики». На выставке можно увидеть снеговика-часы, снеговика-календарь, целые компании семьи снеговиков. Кстати, некоторые участники конкурса отправили своих снеговиков на Олимпиаду в Сочи. Дети, как и взрослые, готовятся вовсю к Олимпиаде, которая состоится в 2014 году. Поэтому многие снеговики выполнены в тему к Олимпиаде. Вот, обратите внимание, хоккеист, лыжник, лыжница. Нижегородцы приходят теперь в библиотеку не только за книгами, но и чтобы полюбоваться на друзей Деда Мороза и поднять себе настроение. Все снеговички выполнены в различных техниках, использованы разные материалы. Все такие красивые, замечательные, и поднимать настроение. Посоветовала бы прийти, посмотреть, научиться чему-то, чтобы дома вместе со своими ребятишками что-то придумать, сделать, не только снеговичков. Даже после наступления Нового года все вокруг светится, блестит и горит праздничными огнями. А в нашем городе еще и снеговики весело играют огоньками.